Приветствую всех, друзья! На связи с вами Владимир Медведев, проект Elite InfoDisk. И в этом обзоре мы разберем с вами сервис и протестируем, который называется VK Earner Beta 09 Final Test. В общем, первое, что меня насторожило лично в данном сайте, это использование обратно скрипта автоопределения города. То есть, вот видите, здесь написано, из 10 городов России было приглашено по 3 участника. Из города Майами был приглашен я, Марина Перчина и Дмитрий Кузнецов. То есть я нахожусь сейчас в Майами, в США. И как вы сами прекрасно понимаете, к России это не имеет никакого отношения. А данный ход сделан создателями данного сайта для того, чтобы вызвать большее доверие от пользователей из других городов России. Ну, то есть, вероятно всего, данный сайт спамится и активно продвигается по России, соответственно, определяет ваш город, и вы думаете, что вот вы попали там в число каких-то счастливчиков. На самом деле это не так, это просто специальный скрипт, который мы уже разбирали по автоопределению вашего города. Пойдем дальше. Мы проверили данный сайт на сервисе доверия в сети. Процент риска здесь очень велик, 40%. Сайт создан всего 4 дня назад. И также уже появился первый отзыв о том, что это лохотрон. Закосили, как будто какие-то посты рекламируют с товарами и за это деньги платят, а на деле ничего не выводят. И все деньги, которые заплатил этим лохотронщикам, улетели в трубу. Вот так вот, что пишут про этот сайт, друзья. Так, вернемся на него назад. Для того, чтобы начать работать, нам нужно запустить программу. Кликаем. Здесь нам нужно выбрать один из доступных профилей, а он доступен только один. И сферу, которую мы хотим рекламировать. Ну, допустим, давайте возьмем наручные часы. Так, и нажимаем запуск. Идет загрузка. Нам тут обратно показывают красивую картинку. Для того, чтобы мы поверили, что идет какая-то работа. И здесь написано, что примерное время ожидания плюс-минус 5 минут. То есть это довольно-таки долго. Поэтому давайте я приостановлю запись данного ролика на паузу. Дождусь окончания данной загрузки. А далее продолжу запись. И вот, кстати, как вы видите, показывают такие всплывающие окошки. Но на самом деле это тоже скрипт. Он есть в свободном доступе, есть также и за деньги. Ставите его к себе на сайт, и у вас здесь всплывают разного рода уведомления. В общем, я сейчас поставлю паузу, а затем, когда реклама данная отработает, продолжу запись. Так, работа программы данной завершена. На наш баланс якобы поступило 4300 рублей. Вывести мы их не можем, поскольку вывод средств доступен только от 5000 рублей. И здесь дальше продолжить работать не можем, поскольку профилей у нас доступных нет. И здесь нам сообщают о том, что мы можем приобрести еще 10, 30 или 50 профилей за 100, 200 или 300 рублей соответственно. Нажимаем на «Приобрести пакет из 10 профилей». Перекидывает нас на форму оплаты от сервиса ePay. Автора данного сайта мы нашли, точнее того, кто принимает оплату в каталоге сервиса ePay. Им оказался автор под ником Макс Лаки или Лебедев Максим Анатольевич. И у данного Максима Анатольевича, как вы можете наблюдать, это уже не первый сайт. Вот у него раз, два, три, четыре. Уже пятый его проект, и на несколько его проектов мы уже делали обзоры. Все они являются как один мошенническими. Но для того, чтобы посмотреть, как это все все-таки работает и что произойдет дальше, сейчас я вновь поставлю запись данного ролика на паузу, произведу оплату, а далее продолжу запись видео. Итак, мы успешно произвели оплату за 10 профилей ВК. Нам сервис ePay выдал вот такую вот ссылку. Переходим по ней. И здесь, как мы видим, мы вновь можем запустить ВК Earner. И вот они, 10 аккаунтов. Мы выбираем самый первый. Выберем также наручные часы. И нажмем на запуск. Здесь обратно пишут, что реклама запущена. Нам нужно подождать плюс-минус 10 минут.
Давайте я вновь приостановлю запись данного ролика и продолжу, когда программа завершит свою работу. И вот прошло еще 5 минут, на нашем балансе теперь показывают, что накопилось 6700 рублей. Давайте нажмем на вывод средств. И здесь нам пишут, что для вывода средств и дальнейшей работы нам необходимо привязать IP-адрес к серверу данной программы. И это уже стоит 490 рублей, о которых ранее, соответственно, никто не говорил. Способом для вывода давайте возьмем Яндекс.Деньги. Я вставлю заранее заготовленный номер кошелька. И напишем название нашего провайдера. В данном случае он называется IT-Телеком. И нажимаем «Привязать IP-адрес». Вновь нас перекидывает на сервис, на форму оплаты от сервиса ePay. Мы вам крайне не рекомендуем производить данную оплату на 490 рублей. Но в тестовых целях мы сейчас произведем и этот платеж, а далее вы посмотрите, что собственно вас ожидает. И вот, друзья, мы произвели еще одну оплату за так называемую привязку IP-адреса. Сервис ePay нам выдал вот такую вот ссылку. И давайте перейдем по ней. И при переходе по ней вы не попадаете в какой личный кабинет, деньги вы никакие вывести не можете. И вам предоставляют вот такой вот файл для скачки. В этом файле, я его уже скачал, находится вот такой вот курс, который посвящен спаму через сервис ВКонтакте. То есть, как вы понимаете, никакого вывода, никаких денег вам не предоставят. Предоставят только вот этот вот курс в конце этой, на мой взгляд, мошеннической цепочки. Сам курс мы рассмотрели. Он крайне некачественный. И если отталкиваться от материалов, которые данный автор здесь предоставил, ничего заработать у вас не получится. Что ж, давайте подведем итог. Данный сайт K-Earner Beta 0.9 Final Test является мошенническим, никакие деньги он никому не выплачивает, не выводит. И в конце все, что у вас останется, это просто бесполезный курс по спаму через сервис ВКонтакте. А на этом я с вами буду прощаться. Если это видео оказалось для вас полезным, то тогда подписывайтесь на наш канал. Также чуть ниже данного видео вы найдете ссылки. Подписывайтесь на нашу email рассылку для того, чтобы первыми получать на свой почтовый ящик уведомления о новых лохотронах в сети интернет. А если вы действительно хотите зарабатывать реальные деньги, то рекомендую посетить раздел нашего сайта с проверенными методами для заработка в интернете. С вами был Владимир Медведев, проект Elite InfoBiz, и до скорых встреч!